Доброе утро! Меня зовут Сергей Калинин. Сегодня научу вас готовить блюдо, которое придется по вкусу каждому. Ароматные, хрустящие, сырные крекеры. Я впервые попробовал их в Дании. А теперь часто готовлю эти солененькие крекеры дома. Ведь это отличная альтернатива покупным чипсам или сухарикам. Натуральные, вкусные, сырные крекеры станут прекрасным угощением для ваших детей. И они наверняка будут просить у вас добавки. И первым делом мы приготовим ароматное сырное тесто. Для начала достанем из холодильника сливочное масло. Нам понадобится полпачки, это примерно 100 граммов. Нарезаем его кубиками 1 на 1 сантиметр. А теперь берем самый главный и самый вкусный ингредиент наших крекеров. Конечно же, сыр. Лучше всего подходит детский. Всего нам понадобится 200 граммов. Для приготовления крекеров я рекомендую использовать нежный сыр с ровным, чистым сливочным вкусом. Во время запекания он равномерно расплавится и придаст блюду сырный вкус и аромат. Сыр натираем на крупной терке. А теперь отправляем натертый сыр, нарезанное сливочное масло и 1 стакан просеянной пшеничной муки в чашу блендера. И размалываем эту массу до мелкой крошки. Вот так. Добавим крошки 2 столовые ложки воды комнатной температуры. А чтобы крекеры не были пресными, добавим половину чайной ложки соли. Теперь все тщательно перемешиваем ложкой. А теперь я раскрою вам маленький секрет, как сделать наше тесто более ярким. В него надо добавить 1 яичный желток. Добавляем и вымешиваем. Теперь формируем его в шар, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Достаем тесто из холодильника, присыпаем стол мукой. И вот теперь мы можем уже приступать к раскатке. Раскатываем пласт толщиной в 3-4 мм. Так готовые крекеры получаются хрустящими, но в то же время мягкими. Теперь возьмите рюмку и выдавите ей в тесте кружочки. Чтобы нежные крекеры не пригорели, противень застилаем пергаментом. Выкладываем крекеры на противень на расстоянии примерно 1 сантиметр и отправляем выпекаться при температуре 180 градусов 10-12 минут. Посмотрите, крекеры приобрели красивый золотистый оттенок. А какой аромат! Уже просто не терпится их попробовать, поскольку пахнут они просто обалденно. Я уверен, когда вы попробуете нежные, хрустящие, такие аппетитные, маленькие крекеры, вы и особенно ваши дети навсегда забудут о покупных чипсах или сухариках. Увидимся через неделю. В следующей программе вас ждет очередное сырное чудо.